В Иваново приехала межмузейная передвижная выставка работ знаменитого русского художника Ивана Шишкина. Экспозиция приурочена к 180-летию со дня рождения мастера. Полсотни живописных и графических работ разместили в Большом выставочном зале Ивановского художественного музея. Для современных людей, которые выросли на учебниках «Родная речь», на одноименных конфетах «Мишки в лесу», Шишкин стал таким действительно иконой стиля этого. Поэтому все так или иначе представления о русской природе как-то так или иначе корреспондируют с этим именем. Выставка была подготовлена по инициативе Ярославского художественного музея. Экспозиция включает произведения из собраний 9 музеев города Иваново, Вологды, Костромы, Череповца, Ярославля. На этой выставке не представлены хрестоматийные работы Шишкина. Скорее, это полотна, которые предшествовали рождению шедевров. Но и в них узнается уникальный авторский стиль. Шишкинский пейзаж, то, что его отличает. Это и рисунок мастерский, да, детальность проработки, да, картинность, тщательная, да, детализация, знание природных форм различных, да, и... даже, можно сказать, такой ученый подход к изображению природы. Почти все живописные полотна знакомят зрителей с северной и среднерусской природой. Каждая работа очаровывает своей реалистичностью и удивительным сходством с родными пейзажами. Картину из Пёсского музея «Лесная заводь» сотрудники ценят за ее объемность. Если посмотреть на полотно под определенным углом, все изображенное на ней обретает рельефное очертание. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ, Иваново.